Всем здравствуйте, 50 автоком. Сегодня у нас X-Trail свеженький. Тянули, значит, мы плюсовой кабель. Ну, почти все готово. Сейчас вот практически установили. Все в гофре. Все со смазочкой. Все как положено. Вот покажи красиво. Все обжато, опрессовано. Значит, что мы делаем? Мы поставили новые динамики. Какие-то герцы, да, жирные были? Герцы СПЛ старые, клиента были, да. Еще давным-давно скопил. Зеленые 200-ваттные какие-то. Вот, возникла небольшая проблема. Здесь было поменено головное устройство, но установщики не поставили кабелек с тюльпанчиками. Сейчас нам придется все дело вызванивать, чтобы получить нормальные линейные выходы. Да, еще была произведена шумоизоляция дверей в 5 слоев материалами SGM. Вот, значит, у нас здесь будет стоять усилитель CalCell жирный. Были использованы жирные DAX-овские межблоки, правильно запаянные, правильными разъемами. Вот, сейчас посмотрим, как все дело будет у нас играть. Сейчас мы будем искать здесь линейные выходы. У нас есть такой проводок, вот такая колонка. Потому что... Какой проводок? Покажи. Вот такой. Мы будем сейчас втыкать в каждую штырку, искать здесь каналы. Правый, левый, отбрось.